Дмитрий Гришаев уверен, души умерших действительно продолжают жить и хотят общаться с людьми. Он утверждает, что разработал уникальную методику, которая поможет связаться с потусторонним миром. Это такой способ, который вы можете задавать вопрос призракам, любой абсолютно, и он может ответить на него. И сегодня я хочу этот метод вам показать. Сигналы из параллельных миров Дмитрий ловит на профессиональную звукозаписывающую программу. Здравствуйте, призраки, а сколько люди там живут на том свете? А потом пытается расслышать ответы среди шумов. Добрый. О, голос. Но он ответил, добрый. И теперь дальше слушаем записи. Вот. Спасибо. Добрый, спасибо. Вот мы услышали два слова.